Увлекательную первосентябрьскую программу предлагают малышам и в библиотеках. В книжной гавани с 12 часов ждут на праздничной контрольной первый раз в первый класс. День знаний отметят и на Победы 48. Для ребят подготовили первоклассный яролаж, викторины, книжную выставку. Портфель с загадками и познавательные ребусы ждут малышей в библиотеке имени Пушкина. А в НТЦ «Звездочка» в 11 часов начнется театрализованное представление «Полет на планету отличников». В 13.00 юных северодвинцев ждет большой праздник у ЦУМа. В программе конкурсы, фокусы, мастер-классы, аквагрим. А те, кто сразу настроен получать знания, добро пожаловать в городской музей. 1 сентября для школьников проведут бесплатные экскурсии по выставкам.